продолжаем наше сегодняшнее представление. Второе отделение я беру в свои руки. Меня зовут Михаил Солоников. Здравствуйте! И... Ура! Кто такой? Я оттуда. Я тебе мешаю. Фокус-покус. Сюрприз долгожданный, наверное. И прежде чем начать второе отделение, непосредственно театральное, в котором будет представлен спектакль «Театр за гранью» и презентована книга одного поэта, я бы хотел пригласить на эту сцену замечательного человека, поэта Ирину Ковшевную. Давайте поприветствуем ее. Спасибо. Я хочу поздравить вас всех с открытием сезона. И очень надеюсь, что всегда вы будете активно посещать это мероприятие, потому что оно, по моим наблюдениям, доставляет большое удовольствие молодежи. Так что давайте, ребята, приходите. Я вам прочту одно стихотворение, которое называется «Мистика». Свет приглушен, и в комнате так тихо, лишь тени затаились по углам. Я всматриваюсь, трепетные лики внезапно оживают здесь и там. Таинственный танец необычен и не лишенный пластики своей, как в древности языческий обычай, дошедший из глубин до наших дней. Охваченный этим представлением, невольно пребывала в нем, испытывая страх и напряжение, ждала, что будет дальше. И потом свет угасал и зажигался снова, усилив этим чары ворожбы. Уютный дом казался незнакомым под гнетом надвигающейся тьмы. Но в глубине души вполне серьезно осознавала, это просто сон. Сейчас глаза открою осторожно, одно мгновение, и прервется он. Отбросив в сторону нелепые причуды, не досмотрев видение до конца, очнулась, и спасительное чудо лучом коснулось моего лица. Спасибо. Ирина Ковшевна. И прежде чем начинать, мы еще раз оттянем. Попрошу на эту сцену Анастасию Кирсанову и клавишника. Ну, обо всем скажем сами, да? Я рада вам представить, собственно говоря, открыть цикл выступлений под названием «Доверяя городу чувства». «Доверяя городу чувства, постигая новые смыслы». Выступление будет в сопровождении Дмитрия Иванова. Не чудятся ракеты, не чудятся кареты, проросшие в кюветах. Балы, восторги, сплетни, наивных грез скелеты. Не видятся ракеты сквозь праздный гул банкетов и стонут под паркетом. Блокада, голод, дети. Молчание бесцветно, безвкусно общность смертных. Люд купит не монеты в протянутых билетах. Просроченных билетах, счастливый не приметив, в холщовый плащ одетый несусь, глотая ветер. Пронзает воздух свежий, протертой одежды, мгновение неизбежность высвобождает нежность. Босые ноги мочит, из бездны лунной ночи косой из тучи тощит. Смотрю в него, не морщится, и впитывают стопы кирпичные кладки, шепот. Мирских сомнений копоть, индустриальный опыт. Сном в архаичном склепе, как нынешний.
вышила слепок. Внутри растет и крепнет душе взявший трепет. Падал снег за плоскостью окна. Телефон молчал, презрев свою идею. Конденсатом мчал по стеклам выдох. Где я? Неловко пью до дна стальной бед. Стыдный шаг в синхронности с толпой. Рождена летать, но не ходить по лужам. Моя мысль пуста, в неволе истин чужда. К огню босой стопой взрыв. Дышать! Взор, душа, плененная тобой. Остужая пыл, сплела шарф из метель. Телефонный пыль. Скажи, разбор постели протянется тропой в мой дом? Шанс! Смой мой шрам. Ты снова не готов? Телефон молчит. Начать во мне нуждаться. Ждешь моих морщин? Я буду улыбаться и ждать заветных слов. В этом шарм. Когда случайно нажимаю на папки старых фотохроник, сыта печалью, кружевами напрасно паруску мой кромлик. Не словит ветер паутины, к причалу льнет на тросах дряхлых. На избалованный мужчина вулкану, воплотившись в якорь. На воды мутные взираю, как страж фонарь у врат гранитных. С рассветом гасну, и прозаик мираж продаст в иные ритмы. Расплавит лучи полуденного солнца, расплавит беспощадно рифму. Но в сумерках мой слог очнется, чтобы продолжить труд Сизифа. Я устала, замерзла. В этом городе зданий мы настроили стен всерьез между нами. И в промокшей парадной наших слез откровений мы друг другу не рады, сердцем правит злой гений. Мы расставили точки, затаив боль мгновений, но прямо нас точит червь немого сомнения и ласкает украдкой цепь надежды и страха. На душе пусто гадко, пусто гадко созерцание краха. Но у сущности жизни есть свои оправдания. Мы, как дети капризны, не выносим страданий. Мы наивно незрелы под северным солнцем. Лишь когда повзрослеем, наше счастье вернется. Мой мир в промокшие витрины смотрел озябшими глазами и покрасневшими слезами вскрывал сосудов паутины. Как сердце ливня мгла фасадов, как лужи крыш, скользкий гравит. Своих высот мечтами правя, мир улиц в небо где-то рядом. Спасибо большое за внимание. Анастасия Кирсанова, Дмитрий Иванов. Что я, дурака валять буду, подвал или косить? На самом деле, я когда веду свои поэтические вечера, вел, я исполнял роль Ивана Дурака. По сути дела, я и есть Иван Дурак. Я тоже не дурак. Голос там. Молчу. Вот и все. Итак, там ко мне кто-то подошел перед началом еще, помимо Анастасии Кирсановой и Ирины Кашиной. Выходите, что вы там делаете? Я вам как Володя буду. Шучу. Татьяна, фамилия ваша? Зайцева! Татьяна Зайцева. Обо всем сами. Ой, а микрофон с таким коротким проводом. Давайте без микрофона, да? Приветствуйте, кажется. Добрый вечер. Ах, какие же синие ночи мне ноябрь на стол накрывает, как роскошную ведьмой хохочет и как листья изящно срывает. Я себя собираю по клеткам, по осколкам осеннего неба, что, скатившись по замерзшим веткам,
На асфальте оставили Феба. Мне же остались промокшие тропы, в утонувшем в отчаянии парке. Хрип маршрутки и кофе с сиропом. Запах сдобы и мрачные арки. Утро квест. Утро квест. Не волнуйтесь. Сырое стихотворение. Иди-ка на сцену, тебя не видно нифига. Утро-квест. Так, слышно? Да. Утро-квест. Черно-белые кошки. Верный знак или дурная примета. Утро-бой. И надежды немножко. Утро-плеер. И утро-газета. Я вдыхаю ядреную осень. И на миг обо всем забываю. Он, конечно, об этом не спросит. Но живу и опять зацветаю. Спасибо. Спасибо. Лучше было, я опять убираю. Татьяна Зайцева. Молодец. Ну а теперь мы переходим непосредственно к тому, что было заявлено в основной афише. Театра Байдов, послушайте, ТВ-поэзия, к спектаклю театра «За гранью», который называется «Е2-Е4». Ну и прежде чем начать сие действие, я как организатор данного театра, безусловно, начну вести долгую предварительную беседу. А ты слышал голос сверху? Так вот. Этот спектакль я прошу воспринимать... А что такое театр «За гранью»? Для тех, кто пришел на театр «За гранью», они знают, что такое театр «За гранью». Для всех остальных это ничего особенного. «За гранью». Вон та вот грань. Да. За этой гранью находимся мы, нас четверо. И наши действия будут заключаться в пространстве вот этого квадрата. И во времени этого вечера. Итак, непосредственно. Наш спектакль называется «Е2-Е4». Сзади меня вы видите шахматы, и люди, знающие произведение, высказывание Антона Павловича Чехова, наверняка скажут, что ружье, которое находится на сцене, обязательно должно выстрелить. Поэтому мы из реквизита взяли всего лишь шахматную доску, и, конечно же, как-то привязываем спектакль к этому действию. Стоит отметить, что это не спектакль, как было заявлено в афише, вас всех обманули. Как всегда. Всегда всех обманывают, мы живем... В такой век. Извините. Всех обманывают, и мы не исключение. Поэтому сегодня не будет спектакля театра «За гранью», сегодня будет импровизация. Театра «За гранью». В чем разница-то, я не вижу? Большая разница, Володя, большая. Так это же интереснее гораздо. Что именно? Импровизация. Не знаю, в спорте, с голосом, он где-то здесь. Не, на самом все, деле, будет... на самом деле... Заткнись! Все, что будет твориться здесь на сцене, будет выдумано в данный момент из головы, ну, кроме каких-то стихов. И то не факт. Сейчас я уйду за сцену, вернусь, и это можно будет считать началом нашей импровизации. Приглядись, какое царство открывается сейчас. Подожди, пойдем подальше, до отплытия лишь час. Все матросы курят строем, капитан ворчит и бьет трап. На палубу секунда, и корабль поплывет. Между лиц и между сценок, между разных городов, затянись-ка папиросой. Ко всему здесь будь готов, посмотри на свои руки. Отпечатков в пальцах нет, лишь вина, тяжелый запах, легкий запах сигарет. Так не нужно быть здесь смелым, но не бойся ничего. Помогает в этом мире
Бытовое волшебство за бортами, стоны чаек, километры под одном. Капитан играет в карты островов и гонит сон. Прочь! Ты здесь случайно, знаешь? Ты случайный пассажир, так вдохни же полной грудью этот самый новый мир. Тут красивые девчонки, тут доступные слова. Только ты не просыпайся, ты еще во власти сна. Тебе снятся 100 фрегатов, матросня, и ты плывешь. Жду одно, когда страницу эту ты перевернешь. Ну что ж, делай ход. Е2-4. Знаете, в шахматных партиях большинство начальных ходов начинается именно с этого хода. Е2-4. Это стандартный ход, один из 100% ведущих к победе. Но давайте подумаем, что есть шахматы и что есть наша жизнь во всех ее аспектах. Не надо мыслить глобально. Достаточно подумать о сегодняшнем дне. Когда мы готовили этот спектакль, мы придумали название Е2-Е4. У нас была концепция установить шахматную доску на сцене. Разыграть шахматную партию. Знаете, в нашем театре мы говорили, на кое состоит 4 человека. Буквально за 4 дня до этого спектакля Евгения Дмитриева, одна из участников нашего театра «За гранью», попала в больницу. Я видел, как сложились руки в твоем окне, а мне мерещились разлуки уже вдвойне. Уже тревожно и скоро тебя я звал. Уже не избежать позора, я это знал. Но изменилось состояние природы вмиг. Казалось мне, что расстояние всего лишь миг. И разделенный пространством мы крались в сон. Я тихо погружался в пьянство. Казалось, он меня излечит от разлуки. Но помню я, как возвышались твои руки, а в них земля. Я озарялась восхищением мое лицо. Во мне рождалось все прощение. Но под лицом я вырвал образ у разлуки. И в этот раз твои надломленные руки звучат из фраз. Мы сделали стандартный ход Е2-Е4. Мы придумали название спектакля и какую-то небольшую концепцию. Но Евгения Дмитриева попала в больницу. Следующий наш участник — Дмитрий Адемин. Буквально за 2 дня до этого представления исчез из поля нашего зрения. Может быть, его похитили инопланетяне, может быть, посадили в полицию. Может быть, его избили хулиганы. На связь он так и не вышел. Соответственно, тот стандартный, первоначальный ход, который был задуман нами, уже не мог быть продолжен так, как я задумал в своей голове. Предлагаю тебе, Святослав, походить. Убери свои руки. Я сделаю лишний ход. Он слишком банален. Такой простенький. Вот. И это все приведет к финалу нашей с тобой борьбы. Интересно, какой бы ход сделали вы? Святослав сделал один из стандартных ходов на Е2-Е4. Милая барышня, вы для меня не нарочно. Было на сердце славишно, стало на сердце тошно. Утром разбудит очередь, кто здесь последний к сердцу? Милая знать не хочет, не открывай дверцу. Абсолютно стандартный ход на Е2-Е4. Но Е7, Е5. Я хотел бы ответить ему. Но здесь уже начинается вот та самая игра, о которой мы будем с вами разговаривать. Хочется представить Голливуд и девушек в перьях. Может быть, стоит кого-нибудь позвать? Нет, я тебе не верю. Давайте. Давайте спросим у зала, как можно противостоять тому ходу, который поставил Святослав. Что можно сделать в нашем спектакле? У нас нет сценария. Даже нет декораций.
Давайте! Мнение! Жертва пешки. Тибул, сядь, мы твоего мнения не слушаем изначально. Я бы поднял. Заслуженного артиста посадили нас. Посадили. Лучистой силой богатыря, один на свете и в пальцах дрожь, я выбил имя, ее храня, на одеяле из тонких кож. Ломались лица, бояк стонал, повсюду свет и последний хрип, в истоме дерзкой своей стоял, как самый мерзкий нудный хрип. Я перевел стрелки ровно 7, завтра меня разбудит рассвет. В жизни своей я доволен всем, даже тем, что сказала «нет». Я предлагаю походить девушке, которая вышла на эту сцену. Ну, походи немножко. Да не так! А мы посмотрим. Михаил, у тебя преимущество. У тебя хотя бы есть, можно сказать, две дивизии. Ты и вот эта девушка. Мне тоже самое нужно. Кто вообще со мной придет? Девушка смелее. О, да! Ход! Лошадью ходи, лошадь! С фигур не хватит, да, девушка? Я серьезно. Замечательно! Поехали! Спектакль начинается! А дальше? А, раньше было? Я хотел бы писать тебе маслом, но какой из меня художник? Я давно продал свои краски за минуту молчания. Боже, я пытаюсь писать между строчек на обрывках желтой бумаги. Я, наверное, сдохну сегодняшней ночью, растворюсь со своими стихами в этом пепельном питерском небе, что плюется холодным дождем. Я прошу, давай вместе пойдем туда, где никто из нас не был. А узнаете, есть возможность, простой ход. Е2, Е4, любая партия начинается с него. Ну так вот, знаете, знакомишься с девушкой и думаешь, вот то ли она переспит и уедет, то ли переспит и останется с тобой на полгода. И темные стекла, окна открыл, увидел людей, увидел машины. Дождь с нас смыл последние слезы и обласкал так нежно, невинно со мной, засыпает опять моя мантикора. Грязные стекла, грязные сны, предвестие самой чистой весны. Странные люди и странные лица. Кто-нибудь из них станет убийцей сегодня, когда выйдет на улицу с наточенным ножиком. Все равно, все равно, все равно, кто убьет очередного прохожего. Каждый из нас вызвал на эту сцену девушку, и это стандартный ход. Это Е2, Е4. Мужика давай на сцену. Но как она поведет себя, когда против нее начнутся чары? Посмотрите на меня, посмотрите на Славу. Кто выиграет в этой борьбе? Я на Ладожском сегодня полный штиль, а мне хотелось бы увидеть бурю и отражение твое рисуя. Воображение, я вижу этот мир не тем, какой он есть на самом деле. И это все походит так на бред и каменный косы, лишь только след в пространстве озера и в отраженном небе. И мне так жаль, что завтра не увижу песчаный берег и угрюмых рыбаков, надеющихся на большой улов. Но я вернусь сюда, чтобы впитали жилы прохладу этих северных ветров, чтоб сесть на камень и, достав тетрадь, изобразив тебя задумчивой, как небо, и потому Вокса так стремится в небо, что я люблю тебя и не хочу терять. Мне кажется, что во мне кто-то третий. Мне кажется, что во мне кто-то третий. Любить так, что замирает дыхание, трахаться до полного изнеможения, меняя положение, позы, дарить розы. Ходить в городах, площадях, переулках, проводить день в прогулках, пиная ногами талы, нам нужно действительно мало. Система, революция, просто слова. Представать против чего-то мифического колода, хотя это время идет само, но ведь где-то найдутся объятия и поцелуи.
люблю, ненавижу, рисую картину очередного будня, хотя, может быть, завтрашний день станет судным на всех обещаниях, или, может быть, коронует. Но пока еще только сегодня в вечернем сумраке танцует с нами, играя и нас избивая. Кому и зачем это нужно? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю! Что воспевать ее при свете тусклой лампы, ночами темными за письменным столом, когда в картонном небе столько ваты и светит солнце с наглостью в лицо? Зачем писать о красоте? Во-первых, ее нельзя измерить по шкале, и дело в принципе не в нервах, и даже не в сухом вине, что сделал мастер. Ради Маргариты, что сделал ты, боготворя кумира, когда глаза твои спиртным залиты, и ты сидишь в углу своей квартиры, когда своими слабыми стихами ты прорубаешь окна в новый век, уже стоит и властвует над нами наш Мефистофель, новый человек, когда смерть не спасут таблетки, и воздух чистый, легкий прожжет. Твоя квартира превратится в клетку. И голос твой никто не разберет. Миша, про девушку не забывай. Снег серебрится, летает, под фонарями скрыться. Кто ж его знает, что мне сегодня приснится. Упал человек и обнял что-то похожее на яйцо и потерял лицо. Вы должники, вы заложники долга. Интересно, продлится ли такое долго? Люди диктуют какие-то моды, люди приходят к нам на работу, они устраиваются, они меняются, они приспосабливаются к тому, что изменит, может быть, их жизнь. Этажи летели со скоростью ветра, вот, вжих, раз, два, три, посмотри, и вот ты уже вроде как менеджер, вроде как самый крутой, ты ходишь не в ту столовку напротив, а в то кафе, в которой крутой сам, крутой шеф. Ужинает, а может быть и обедает. Впрочем, неважно, все равно это приносит беды. Одну пешку уже убили. Смотри, бегать в пешку. Выглядит тот, у кого девушка согласится продолжить вечер. Ломая очередную судьбу, ты ищешь покой в одиночестве, и все хорошо, но эффект дежавю становится твоим именем, отчеством. Страдая, ты просишь тепла, но птицы, улетевшие осенью, забыли, что значит весна? Забыли, и просто тебя бросили. Ты одна, карандашом пишешь разлуку, чтоб ластиком стирать ее снова, как только становится трудно. Затем вписываешь новое слово, хватаешь оголенные нервы руками. И свои ощущения вбиваешь в партитуры, но в этой игре с дураками. Ты самая главная дура. Сегодня зимой, пьяный, усталый, я переспала с твоим лучшим другом. Утро меня обнаженной застало, на теле чужом, но на ком угодно. Сегодня меня окаянной не стало. Земля уносила с тобою по кругу. Во сне ты был мне верным супругом, а ты бы так отсюда. В мыслях о прожитых летах соберешься сознание рваный ржота. Увеличит его прошлогодних газетах с холостическим хрум за цветом. Гвоздь, молоток, бей сильнее, петлю затяни. Только позволь мне последний глоток испить из твоей холодной души, если б просыпаться щебнем, чтоб ты босыми ногами прошлась, а если б заставить поверить, что это не чувство, а страсть. А удали, например, возбуждение на череп слоновий и галу. Такое, что все творения она на себе испытала. Хватит. Хватит, не прячь свое жало ядовитым раствором смазанным. Оно мне в душе заражало болезнями чувственно разными, словами своими робкими. Оставляешь лишь шрамы досадины. Как тебя своими подборками убедить? Твоя сука, гадина! Впрочем, это всего лишь духовной страсти огонь. Ладонью холодной тронешь, погаснет. Останется боль.
нравится, что можно быть как я. Всю жизнь расценивать как сцену, расценивать, воплощать мечты. Мне нравится, что можно быть как ты. Всю жизнь играть в улыбки и моменты. Мне нравится, когда вкусив меня, раскроются глаза, вкусив тебя. Мне нравится, если живут как я. Мне нравится, если умрут как ты. Гоните прочь меня! Гоните! Для вас чумая! Излет! Крах! Священность стерегу! Обитель! Скрываю улыбкой на устах! Ты, женщина, тебе судьбою дарован путь иной к звездам! Ты можешь жертвовать собою, но я тебе гроша не дам! Ты не получишь упоенно, стремясь владеть душой моей! На вечную пытку осужденно, в горячей пылкости своей. Когда пройдут, засохнет кожа, и брюзгло будет шир висеть. Тогда скажу я, ну и рожа, жаль мог тебя хотеть. А вот так, знаете, вот встречаешь девушку, вот встречаешь ее, вроде у вас все хорошо. И тут ты начинаешь ей рассказывать про то, что вообще происходило у тебя в жизни. Она при этом еще так думает, блин, ну это же все несерьезно, это же все не бывает. И тут ты ей начинаешь рассказывать какую-нибудь историю, например, я трахался с питерской поэтессой. Это был секс втроем, в городе пахло летом, в городе пахло дождем. Она улыбалась хищно и, кажется, даже кончала, по крайней мере, стонала тихо, по крайней мере, громко кричала, когда все шампанское было выпито, а все оргазмы получены, все стихи оказались уже никому не нужными. Все рифмы выученными, она одевалась молча. А я ненавидел нацию, которая рождает поэтов, рождающих менструацию. Вот скажите, вот после этого вообще можно ли жить с человеком? Что скажет твоя девушка? Пойдет она после этого с тобой? Вот скажи, ты пойдешь со мной? Конечно, пойду. Сервис сыграно давно! Довольно! А ты спросил своим. Маски можно снять, пока же жизнь веретено. Для нас не повернулось спять. Разойтись нам пора по гримеркам. И уже никогда не смотреть друг на друга глазами ребенка. Расставание тоже ведь смерть. И тебя уже, моя родная, мне не жалко нисколько. Да вот, грех со спиртом в стакане мешая, наблюдаю ночной небосвод. Эти звезды в лицо мне хохочет. Им-то ясно, что будет потом. Если новое сердце захочешь, зашивать надо грудь долотом. Партитуру вчерашнего дня я с утра брошу в сонные лица, чтобы писать в этих желтых страницах чернилами красными, кровью, реальности в сущности нет. Я сделал открытие это, выдержи мне патент! А давайте, решим вместе. Давайте хоть раз человек откажется от своего мнения, от своих пристрастий. И как это происходит на выборах? Вместе решим, кто должен быть, а кто не, а кто не быть. Слава и эта девушка достойны быть. Нет, да. Это ревнует, вот там в зале ревнует явно. Завидует. Завидует, да. Ну и, соответственно, я достоин быть с этой девушкой? А я меня не спросил. Я тоже был на сцене. Но мне кажется, что главный достойный. Это непонятное существо. Вот оно достойно быть вот с этим? Находящиеся на этой сцене, но образовавшиеся в пару вот с этим существом. Они внешне похожи чем-то. Да. Ну, спасибо. Володя. Мне кажется, что мы сделаем выбор за них и оставим их вместе. И последнее, что мы хотели бы сказать. Мы счастливы. Молодцы. Спасибо. Петр за гранью, Святослав Коровин. Йо! Михаил Солоников.
Ася Пушкарева. Женя Солдатова. И Владимир Антипенко. И Владимир Антипенко. И странное существо. Молчи. Спасибо. Спасибо, молодцы. Сейчас, ладно, сейчас на самом деле серьезно будет. Еще что-то? На самом деле Миша представил совсем недавно новую свою книгу, которая называется «Миша, назови ее». Я думаю, она стоит того, чтобы ее услышали. Потому что весь этот балаган, это, конечно, все круто, смешно. Вот. Но на самом-то деле Миша Солоников недавно издал книгу, причем издал ее, как ни странно, не в России. Можно сказать, даже за рубежом. Я не помню, то ли в Беларуси, то ли в Украине. В Беларуси, да. Он издал книгу. Да, конечно, ну что там, батька Лукашенко, чего, он его пропустил, он даже сплин запретил с группой Би-2. А вот его, вот его издали в Беларуси, да. Вот он сейчас пристроит микрофон, и мы сейчас немножко поговорим вообще на тему того, что он вообще, собственно, у меня его галстук тут мешается. Собственно, вторая часть сегодняшнего мероприятия, это презентация моей книги, это уже никакого экспромта. Я прочитаю стихи из те стихи, которые составляют, в принципе, концепцию этой книги. И если будут какие-то вопросы, я могу ответить. То есть в жанре встречи с автором как-то. Мне сейчас мы попробуем даже такой жанр ток-шоу. То есть вот человек будет читать. А если вас что-то там бесит, раздражает или наоборот восхищает? Да, если вас взбесит, то можете меня прервать, выгнать со сцены, и молодые ребята, которые хотят почитать свои стихи в третьем отделении, там, после перерыва начнете. Или кинуть раньше, начнете, чем хотели. Или кинуть съестными припасами. Безусловно. Я хотел начать со стихотворения, которое характеризует все мое творчество, но вот я недавно это понял в полной степени. Стихотворение Бориса Пастернака «Марго». Я вздрагивал, я загорался и газ, я трясся, я сделал сейчас предложение, но поздно, я сдрейфил, и вот мне отказ. Как жаль ее слез, я святого блажений, я вышел на площадь, я мог быть сочтен. Вторично. Родившимся каждая малость, желая не ставя меня ни во что, в прощальном сознании своем поднималась. Бледняк раскалялся, и улица лоб был смугл, и на небо глядел из-под лобья булыжник, и ветер, как лодочник, греб по лицам. И все это были подобия, но как бы то ни было, я избегал их взглядов. Я не различал их приветствий, я знать ничего не хотел из богатств. Я вон вырывался, чтоб не разреветься. Инстинкт прирожденный старик подхалим был невыносим мне. Он крался бок о бок и думал, ребячья зазноба за ним. К несчастью придется присматривать в оба. Шагни и еще раз, твердил мне инстинкт. И вел меня мудро, как старый холастик. Миша, почему Пастернак? Почему Пастернак? Потому что то, о чем пишет Борис Пастернак в этом стихотворении, наиболее четко передает ту концепцию, ради чего пишу я. Я сравниваю поэзию не с каким-то эмоциональным порывом в момент влюбленности, а с некоторым костром. То бишь, когда вы собираетесь приготовить мясо, вы не станете пихать шампура в пламени и в языки пламени. Вы дождетесь вот этих углей. Так же и в поэзии. Как только вы находите какой-то объект, ради которого стоит творить, не спешите, подождите немножко. Дождитесь вот этих углей, на которых и будет состоять ваша поэзия. А начну я презентацию с цикла «Воронеж», который посвящен моей службе недавней в армии. От того, что в центральной России весна не похожа на нашу, петербургскую, что ли, от того ли, что ты сейчас далека, расстояние и время рисуется боли,
Я не знаю, в чем разница. Может, в тоске, что сковала меня, погрузив прочный кокон. Вечерами гляжу в небеса, биение в виске отражается на душу колокольным звоном старой церкви на Орлинском берегу. И всплывают картины бесшабашного детства, наши игры, пятнашки. Ты помнишь такую игру? Вот и я. И от этого никуда нам не деться. Представляю порой, что ждет меня дальше. А дальше все просто. Суета, ненужные встречи. И хочется просто исчезнуть, как кораблик бумажный, что течением быстрым уносит бескрайнюю вечность. Так живешь и не чуешь, куда убегают года и в какие бегут непроглядные дальние доли. От того, что в центральной России весна не похожа на нашу, петербургскую, что ли. Еще не выпал снег, не грянули морозы, но в сквере пустота, фонтан уже затих, и я был в нем раз, не помню что, березы, осины, тополя преобладали в нем, сквер спит и как бы безразличен не ко мне, но к людям, ко всем, что суетясь стремятся обойти, скамьи по узким тропочкам гравюры, скрывая взгляд, вернее, сводя его с пути, я был в нем раз. Но время вдруг застыло на фоне хаоса машин, рекламных лент и в небе тусклое светило. Зима еще не наступила, не поглотила белый свет, и сквер напоминает рай, точнее рай в миру, не пропускающий ни суету, ни холод, и бюст Кольцова, как бы на виду, как часовой, застывший на посту, хранящий тайны неба, сквера, город. Февраль сошел на нет. Его почти не стало, лишь таяние снегов в безмолвной пустоте. Еще земля дрожит под белым покрывалом, но скоро снег сойдет и станет в наготе пред всеми зрячими весенней суете. Я ж не спешу ни ликовать, ни пить за пробуждение. Я точно знаю, сон земли чудесен был, и нежно, и птицы прекратите радостное песнопенье. Мой дом, мой сад пока еще заснежен, я кай. Мне радостен поземки скрежет, я кай. Мне навсегда февраль стал братом, и на душе ни капли не тепло от ваших песен. Покуда в зимнем сне я разговаривал с Сократом, пил с Дионисом, бродил по сказочному лесу, тот мир честнее мне стал, а ваш мир суррогатным. Вот интересно, вообще реакция у зрителей вообще очень такая однозначно тихая. Неужели никому не понравилось? Понравилось, молодцы. А вы знаете, что это этот человек писал в армии? Вы были в армии? Хлипкое шатание, собственно, по лесу. Что ж, дадим слово Мише. Он, я думаю, расскажет об этом больше, чем вы об этом представляете. Ты спишь угрюмым сном в Воронеж, и в пьяный бред впадает правый берег, а завтра новый день. Поймаешь, проворонишь, пока что спи, не думай, воздух свеж, всяко божья тварь. Хорошая лишь верит, вот летний дождь прошел, вот радуга воскресла, и на углу краснознаменной четверо солдат о чем-то рассуждают, вспоминая детство. А новый день начался с тихой песни и трепетания птиц. Скажи, Воронеж, этому ты рад? Все интересно, народ подтянулся к слову Воронеж. А есть люди из Воронежа? Ну, видимо, нет. Тут Владимир что-то тут пытается сделать. Продолжаем. Первый непосредственно главный цикл «Мы спокойное небо». Господа, когда будем делать спектакль на будущее, извините, мы можем использовать вот эту лампу, и сцена у нас увеличивается. Посмотри, Слава. Слава, да. Смотри, на будущее, видишь? Здесь все, ладно. Ему параллель. Как поступить, когда на чаше весов возмездие и нечестивость, когда пурпурные ковры не краше крови на клептемнестровой секире, когда Ирине с ума сведут, и страшный суд перед тобой намечен, ты оправдаться должен или тут. От оправдания не станет легче надеяться на то, что боги мести остались благосклонными к тебе, и дальше жить среди ропота и лести, как сон, забыв про прошлое и где, тогда найти покой
Блюсь, Орест, ветерине бывают благоверными, коли волю твоей управлялась совесть, самому себе остался верен. Следующее. Давайте о любви. Ты знаешь, долго подбирал слова, чтоб точно описать твое существование, все долго думал. Муза ты или судьба, а может мое вечно длящееся наказание, нет, все не то, ведь боль во взгляде. Ты воздух, что вокруг меня, пересыщаюсь им, когда ты рядом, и задыхаюсь без него, когда ты далека. Цикл довольно старенький, Елене. Печатными буквами можно ли всю красоту передать и мгновение, то, как глаза твои ожили. В тот самый миг на колени я встав, был готов искусать себя, в травы высокие кутаться, руки до солнца тянуть, чуть дыша, имя шептать твое, путаться, думать, что может виднеется. Твой легкий стан с того берега в небе большой медведице мне освещать пути велено. Из лесу пение птиц доносится, чувствую Фаустом себя брошенным, словно ребенок на руки просится. Ночи-то дивные, звезды хорошие, бредил, боялся, дождь начинается. Думал, омоет меня в самых доньях, Спарты царица стала троянской. Сердце несет в мокрых ладонях, горе я чувствую рядом со мною. Глаз не увижу я этих больше, стань хоть на миг пеной морскою, чтоб ощутить тебя, дева, на ощупь, чтоб по щеке влажной рукою смог провести и запомнить навеки твой чудный запах, стань мне судьбою. Тихо шепну, и слипаются веки. Молодец. Ну и давайте ближе к концу парочку еще из армейского цикла. Письмо. На самом деле мы вместе, мы рядом. Даже когда у тебя за окном солнце, а у меня гроза и ливень. Все потому, что однажды уцепились взглядом. Потому что время, столкнувшись с памятью, оказалось бессильно. И несмотря на то, что у тебя за окном Петербург, а у меня режущий, будто ножом Воронеж, я как наяву помню тепло твоих рук. И знаю, что скоро меня прогонишь. Мы вместе. И не такой уж ты, заграничный кумир, все от того, что помню тебя, родную. Слегка глуповатую, может быть, даже смешную. Но на этом и держится наш хрупкий мир. Миша. Да, что Артема сволочь? Стоп, в конце года. Заречье. И последнее давайте. Неспокойное небо. Проклейменный солдатский китель, бирка с номером, фляга с клеймом. Так и ты в этой жизни носитель ярлыка, так и ты день за днем, просыпаясь, пытаешься вспомнить день вчерашний, прожитый миг, и как бусы на памяти нить, ты наносишь новый ярлык, присмотрись, вот и детство шальное, беззаботное, бусинки в ряд, страсти юности дали, время ушло ли? Да, наверное, не вернется назад. Да и надо ли, что нас ждет впереди? Все, что есть, забирай, все твое, с лихвой, но надежды твои, круги на воде, неспокойное небо над головой. На этом все, мои части. Я говнюк, поэтому говорю, где они какие-нибудь. Ладно, знакомым рожам, всяким камчатским, чего? Антипенко, ну и так далее. Сам рожа! Вот-вот! 100 рублей давайте на базу, и можно приобрести мою книжечку. Я такой вот грубиян. Ну, если честно, да, можно ко мне подойти, поговорить, я человек спокойный. А и тем более хочу предоставить слово... Спасибо, Владимир. О, приятная встреча. Тем более хочу пригласить на эту сцену... С моей подписью 200 рублей пусть будет. Да ну, брось ты. За мою подпись? Конечно.
Давай, давай. Я в рот себе не плюнул за мою подпись. Ну кто захочет, тебе не плюнуть. Я хочу позвать на эту сцену Артема Суслова и дать ему слово завершить это отделение. Артем, 100 лет не видели. Можешь на сцену выйти, как хочешь. Да, это потому что я пишу, а не читаю. Князь глух был к нам, княжение с позором окончится в дыму у дурака. Тяни меня в свою тьму таракань, добавь к колонне узников раздора. Я стану и шутом, и палачом, и псом в устроенной под троном будкой, венчальным всем, кому тебя влечет, и повивальным всем твоим ублюдкам. И мне безмолвие в сердце втравит сыпь, когда я не ворвусь спасать и кончусь. Твой самый нежный, самый кроткий сын запустит змей в постель твою той ночью. И дьявол лично выйдет за тобой, но мы уже с тобой соединимся. И верностью моей в аду сразим всех, столь царственной и тут не быть рабой. Молодец! Активничать как-нибудь. Ой, я готовлюсь активничать 4 февраля. Ощущаю тебя ресницами. Сумасшедших не видят, чувствуют. Телефон прожигает, ухо молчанием. Значит, что-то должно случиться. В комнате, где были мы, сейчас холодно, стекла выбиты, намела метель, темно, но кровать еще помнит нас с тех пор и ночь. Черный интернет истекает сквозь экран, лицо пристегнуто к подушке, не уснет. Давай сейчас же, бросим все, мы поедем на бал невиданной красоты, целоваться и танцевать? Обнищавший старик, будь счастлив с ней, оставайся с ним, сама собой, по ночам за углом опускайтесь в снег спать. Черный бесшумный шаг моей любимой не пощадит меня. Норма — 1 минута счастья за сутки. Сколько до конца года — лимит исчерпан. Будь счастлив в долг. И больной, взявший отсюда в толк, болезнь легка, потому что иначе прорвутся волки, невозможны к сомнению, но легки. Что сказать тем, кто помнил меня другим? Как укрыться с глаз тех, на кого ты зла? Зла за то, что любят меня таким, каким ты меня создала, не поняв зачем. Постскриптум. Лежи, чел. Вставать нельзя. Ощущаешь ее ресницами? Значит, скоро придет прощение. У ней что-то уже случилось. Но ты успеешь еще помочь. Жалко, только вставать нельзя. Стой, куда же ты побежал? Я не просто больничная медсестра. Мальчик, стой. Я сопровождающий в тень. Баю, спи, сын. Проснешься, исполнится годик. У причала прибился больной морской котик. Папа лишь отошел приподнять ему лодку. Что скопили, пришлось дать охотнику в откуп. Каждой каплей любовь к нам стекает на доски. Через час тишь пронзит затворение льдом скрип. Что он просит у черной воды на прощание, когда видит, что нет в ней и звездам пощады? На далеком другом берегу, став заветной, его ищет невеста. Он просит ей свет дать. Она тоже о нем обязательно молит за огромную скорбью дремучего моря. Спасибо. Ну, дорогие друзья, вот сегодня 2 основных отделения у нас завершилось. Надеюсь, элементы какие-то театральные вот мы в спектакле показали, когда взаимодействие, какие-то декорации, когда вот человек с человеком общается. Господа поэты новые, пытайтесь, ищите себе напарников, собратьев по, так сказать, по перу, имеется в виду, кому вам нравится, как он выступает. Допустим, придумывайте какую-нибудь тему там, о смерти, там, о любви или что-то еще. Что такое театр? Это перенесение как бы пространства, да, другое, и другое время. И ты сам можешь быть другим, хотя можешь быть и собой, но в другом пространстве, как бы обозначаешь. И общая сама вот символика спектакля, она не просто стихи, да, в
выдает, там, что по очереди люди читают. А это некое такое вот, что-то рассказать этим спектаклем, миру тоже поведать что-то. В этом суть, как бы, на самом деле, жанра театра поэтов. Это жанр, потому что у нас на сцене Шекспир играет Гамлета. Все, мы сейчас, спасибо всем, ура, открытие. И через 10 минут мы выслушаем всех, кто пришел сюда в третьем отделении, но снимать уже не будем, будем честно, и ругать не будем. Просто посидим, послушаем. Если нам кто-то понравится, мы предложим ему участвовать уже в первом отделении, там, во втором и так далее. Все, перерыв. Спасибо.